глав современной китайской медицины и традиционной китайской магнитной банки. Магнитные банки работают за счет магнита, ставятся на активные точки по каналу. Фактически банкинг, магнитное излучение банки, работает на глубину до 5-7 сантиметров, тем самым заменяя традиционное иглоукалывание. Красная, синяя баночка рассеивает негативную энергию. Красная баночка восполняет. При постановке шахматного порядка исходит энергообмен между точками. Тем самым магнитное поле баночки вступает в взаимодействие с магнитным полем человека и происходит одновременная работа. Хочешь узнать больше, подпишись на канал.